Всех приветствую, продолжаем знакомиться с интересными людьми, актрисами. Американская актриса Джин Крейн родилась в небольшом калифорнийском городке 25 мая 1925 года. Детство провела в Лос-Анджелесе. Участвовать в театральных постановках она начала еще в школьном театре. После окончания школы поступила в Калифорнийский университет, где стала изучать драматическое искусство. В 1943 году, в возрасте 18 лет, дебютировала в кино в фильме «Вся банда в сборе». Первый успех к ней пришел уже через год, после роли в картине «Дом в Индиане». В 1946 году Джин Крейн вышла замуж за актера Пола Брукса, от которого впоследствии родила семерых детей. В 1949 году снялась в трех успешных фильмах «Письма трем женам», «Веер» и «Пинки». Последний из них принес ей номинации на «Оскар» за лучшую женскую роль – фильм «Пинки». В разгар своей славы в конце 1940-х и начале 1950-х годов Крейн прозвали «девочкой вечеринки Голливуда номер один». По ее словам, она приглашалась как минимум на 200 вечеринок в год. Имела способность кататься на коньках, была превосходной фигуристкой. Я цитирую Википедию. Ее способность кататься на коньках была продемонстрирована в популярном фильме «Марги» 1946 года. Крейн продолжала сниматься в кино и на телевидении до 1972 года, после чего ее карьера актрисы завершилась. Умерла в декабре 2003 года от инфаркта спустя 2 месяца после смерти мужа. Вот так вкратце из переводной Википедии о американской актрисе Джин Крейн. Пока-пока, до свидания. Смотрим фотографии.